Сегодня очень модно отождествлять себя с каким-то движением. Кто-то за белых, кто-то за красных. Но на самом деле есть только два царства. Это царство Божье и царство сатаны. И у каждого из этих царств есть свои последователи. Это те люди, которые каждый день учатся законам и постановлениям этих царств. И каждый день они вкладываются и строят их. Но также есть и третья группа людей. Библия называет таких людей религиозниками, фарисеями, философами. Это те, кто говорят так, как дети света, но поступают и живут так, как дети тьмы. Именно к таким людям говорит Священное Писание в Луки 6 главе 46 стиха. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, но не делаете того, что я говорю». Бог четко показывает в том, что недостаточно ему служить просто словами. Недостаточно просто говорить о Боге или о Его Царстве. Нужно еще, чтобы дела не расходились со словами. И единственная возможность перейти из царства тьмы в царство света, из детей сатаны в детей Божьих, это стать учеником Христа. Для того, чтобы стать учеником Христа, необходимо находиться в послушании у своих священников, исполняя ведение Церкви. Каждый день изучать Слово Божье, проповедовать Евангелие и спасать этот мир от сатаны и от его бесов.